Бойцы ОМОН «Горец» вместе с командиром, полковником полиции Рамазаном Алихановым и сотрудниками вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии присоединились к акции «От сердца к сердцу». Они сдали свыше 20 литров крови для нужд медицинских учреждений Республики Дагестан. Бойцы ОМОН по традиции сдали кровь для маленьких пациентов детской республиканской больницы имени Кураева. Забор донорской крови у сотрудников вневедомственной охраны прошел в республиканской станции переливания крови. Всего в акции приняли участие более 40 росгвардейцев, среди которых и почетные доноры. Мы очень благодарны, что они постоянно нас выручают, дают кровь. Уже более 30 человек, сотрудников ОМОН, у нас стали почетными донорами. В этом году еще трое ОМОНовцев пополнили ряды почетных доноров. И сегодня вот у нас праздник, с чем мы поздравляем наших доноров. И выражаем благодарность за то, что они всегда приходят. Донор означает дарить, они дарят жизнь, делятся частичкой себя и помогают нам в нашей работе, в спасении жизни наших детей. Напомним, что совсем недавно три бойца ОМОН «Горец», старший лейтенант и прапорщики полиции стали почетными донорами России.